Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать, каким образом я буду укрывать озимину на зиму. Я сделал вот такие вот укрытия. Это обычные просто колышки были сначала. Здесь, может быть, видно. Вот. Три колышка между собой соединены перекладинами. Здесь и сверху спамбон. Вот. Так это выглядит сейчас. Две озимины у меня. Две стойки для укрытия. И сейчас я их закрою. Вот здесь можно увидеть, зашел газон. Не знаю, видно на видео, не видно. Покажу чуть поближе. То есть я здесь перепахал поле, засеял деревья, посадил деревья и посеял траву. Так сейчас выглядит. На заднем фоне это укрытие для грядок с курмой. И там частично орехи и павловня тоже. То есть вот так это выглядит. Сейчас покажу поближе. А здесь сейчас подойду поближе, покажу озимину. Попробую поменьше. Вот так она сейчас выглядит. 16 октября. Перепады температур были. Естественно, сбросила листву. Вон там вдалеке виднеется. Тоже маленькая. Вот их я и буду сейчас укрывать. Земля мягкая. Вообще провалится, он следы оставляет. Буду стараться аккуратно проходить. Стараться делать по центру. Аккуратненько вот так вот. Как раз по центру. А потом вокруг я еще прижму. Земля мягкая. Очень хорошо входит землю. Прям шикарно входит. Так, следующий. Вот так это выглядит. Все, покажу. Сейчас пока я ничего делать не буду. А чуть позже я положу, наверное, кирпичики и прижму. А так очень хорошо встало. Воткнулась глубоко в землю, земля мягкая. Вот так вот кучками зашла трава. Сгустками посеяны были. Неравномерно рассыпано. Надо в итоге заполонить все, как бы растет. Вот так вот. Поэтому в этом году решил две зимины высадить под укрытие и попробовать посмотреть, как оно перезимует, себя будет чувствовать. Ну а это следующее из видео. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. До встречи в новых видео на канале. Пока!